Ну вот, вечерний вечер. Приехали проведать. Ага. Печка разгорать не хочет. Надо завтра понять, по какой причине. Добро пожаловать в Гриппинцы. Болото наступает. Гриппинцы. Что ты, разноухая? Туда ты, красавица моя. На своем месте. Вот, сейчас как раз Соха лежит в своей детской лёжке. Вот. Здесь она зимовала первую зиму с косулятами. Как-то забор упал. Что делать? И не поднять. Да, вот тебе листик туда положим. Вот и моя девочка. На самом вот. Ты моя красавица. Ладно, все, ребенок. О, а тут еще и трубы нашлись, хорошо. Да. Тут надо вытащить с травы. Сейчас ее не видно, она тут есть. Туда. А ты там. Хочешь поиграть, с тобой никто не хочет играть. Так. Что? Что это за красота такая? Что это за красота такая неописуемая? Надо девочке курочки купить. Что-то ее. А что это мы телятину не едим-то? Мы как коровы едят телят. Ну, как видно, не очень. А вот курицу, да? Курицу. Курицу, мама. Курицу тебе завтра купим. Тебе курицу. Мама пришла. Папа. Да, понюхай, чем пахнет. Козой. Мы пахнем козой. Да. Ай, к тебе глазки строят, а ты... Да, лошара педальный. Ой, поцелуи пошли, А ты пойдешь, девочка? Иди, Айк, иди к девочке. Иди, давай, не бойся. Ну давай, прыгай. Ну давай. Ну пойдешь? О, пошел. Толстый. Ну, сходите вместе. Он толстый, он прыгать не любит. Ага. Мы тебя откормили очень сильно. Давай. Яра, ну дай бойцы-то, Гендаль. Яра, мне так трудно. Ну вот так, да. Давай. Заходи, пошли. Ай, ну гости к девочке пришел зачем? С какой целью? Записок написать побольше. Ой, ты посмотри, пузико-пузико. Ой, а морда довольна. Это такая морда довольна. Рыжий, дай игрушку. Возьми, не бойся. Ой. И так лило.
Ну а что вы тут пришли? Кто? Ну а что ты, Ярочка? Ну потому что там... Яра! Нет, да, ну, давай попробуем ее на шлейке вывести. Нет. Ну что нет-то? Что ты воскричала? Нет. Ну, я хорошо знаю эту девочку, рецидивистку. Никаких швей, никаких гуляний волков на поводках. Вообще никаких. Пойдем. Ай, ходи ко мне. Тот ты моя красота. Давай, зови его туда. Серег, тот тамбур. Пошли, Айк. Айк, иди ко мне. Айк. Что? Иди ко мне быстро. Айк. Скорее. Айк, иди сюда. Айк, иди ко мне быстро. Ну вот. Все, Ярочку обманули, всех покормили, всех проведали, пошли дальше. Спасибо, что смотрите, спасибо за комментарии, огромное спасибо за помощь вашу. Будем надеяться, с вашей помощью у нас все будет получаться. Что? Только что возникло новое название вольера, где у нас находятся енотовидки. Ну, раньше мы его называли вороньятник. Вот. А тут возникло поэтическое название тридонаи. Вот они. Тришете. Да? О, Соха появилась. Давно тебя не видели. Что такое? Что ты раскричалась? Доча, Сох, ну иди сюда, чего ты пошла? Чего ты там? Да, они уже меньше боятся. Да, они начали меньше бояться. Так. Наведываемся к аистам. Надо вот это вот на опилке будет положить. Наведываемся к аистам. Сегодня эти коварные крылатые летали, прыгали, включили обогреватель. Надо придумать какую-то защиту. Ну а что вы? Красноносые. Эй, красноносые есть ключи. Что там опять? Черновод. Что? Черновод концерт устроил. Там же три девицы. А. Три девицы под окном. Разжирели вечерком. Что такое? Что? Что? Что такое? Ты самый ловкий у нас лис в мире. Самый. Ай ты ловчарище мое. Ай ты мое ловчарище. Иди скорее. Иди погладимся, иди покусаемся. Иди погладимся, покусаемся. Покусакил, погладил. Ты мой лапочка, ты мой хороший. То, что? Хулиганище такое. Хулиган. Всю жизнь голодные пиндосы. Разбирают два ящика хурмы. Ой, ну ладно. Поедем что-нибудь на зуб положим.